И всем привет, и мы продолжаем проходить PS2 версию первой мафии. И сегодня у нас с днем рождения, и вы прекрасно знаете, что это будет. Это будет атмосферная миссия на корабле. Единственное, что я не знаю, каким образом я ее буду проходить здесь. По сути дела-то, подожди, ты меня сейчас поди учить, что какой-то херне будешь, да? Вот и я, Ральф. Сегодня мне нужно что-нибудь одноразовое. Мы не знаем, как пойдут дела. Привет, Томми! Да это ладно. Не проблема. У меня есть вот эта малышка. В последнее время они очень популярны. Одноразовая? Да ты ладно, серьезно, этот Крусейдер, это по-твоему одноразовая машина? Добавок они по-моему, это табуретка. Прочные. Смотри, одноразовая. Все? Отлично, Ральф. Да, вот это мне подходит. Да, только я возьму вот это. Что значит одноразовый Крусейдер? Я вообще не понимаю. Как это так вообще возможно говорить? Даже не знаю, какая-нибудь табуретка, это понимаю, одноразовая. Ну не Крусейдер же. Но я все равно возьму сервер Флетчера, все-таки на нем мы долетим до туда побыстрее. И, собственно, какой способ прохождения этого мода у меня сейчас получится, я даже не знаю. Потому что есть несколько способов, как замочить этого советника. Вот, и там через жопу, через боль, через проблемы, либо через сложности. Короче, я думаю, будем действовать по ситуации. Корабль у нас, получается, идет на центральном острове. Взял из сервер Флетчера, чтобы как бы, ну, не побыстрее как бы до тут долететь. Если тут, как бы, этот... Короче, если тут будут проблемы с копами, то это будут не проблемы, грубо говоря, потому что здесь копы трояны вообще лютые. Они все равно догнать меня не смогут. Они вообще здесь через какой-то промежуток времени, когда они за тобой гонятся, они просто тебя отстают. То есть вроде как едут, едут, а толку-то? Эй, мент! Он вообще ему на... Вот честно скажу, ему прям насрать было. Прямым текстом, он прям вот, не знаю, он прям ехал, жопу из окна высунул и прям дристал в мою сторону. Я превысил скорость у него на глазах, он даже вообще, он даже не сполыхнулся никак, не зашевелился. Во, вот этот парень хоть нормально, ну слава богу, чувак, я думал, что меня вообще никто не замечает, но он вообще никому не нужен. Так, входим в поворот. Блин, все-таки удобно здесь ездить, а? На геймпаде. Управление удобное, машина слушается очень... Добрый вечер. Машина слушается очень хорошо. Так, ну и мы с вами прекрасно знаем, что, конечно же, изначально на корабль меня никто не пустит. Конечно же, я должен зайти сюда, я должен переодеться в костюм матроса. Я, конечно, понимаю, что большинство игроков, кто не играл, он, как бы, не, таких, может, вещей там не знает. Ну, как бы, я думаю, почти вы все наверняка ее проходили и знаете про это. Что здесь можно, точнее, нужно просто переодеться, притвориться матросом и легко попасть на корабль. И вон идем к этому инопланетянину. Ты посмотри, как он издалека выглядит, как будто какой-то... Школьник с огромной башкой. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Погнали развлекаться. О, нигер пашет. Линкольн Клей из третьей мафии таскает коробки здесь, подрабатывает. Я думаю, почему он такой злой в третьей мафии был? Помешаю пока чаечек, ой, не чаечек, а кофеечек. Попью чуть-чуть. Пока мы там отплываем, парни палят контору. А, шикарно. Шикардос просто ваш... Ну и начинается то самое. То самое заветное задание. Автосохранение, это очень хорошо. Меня это всегда радует. Найдите оружие, которое Винченцо спрятал в туалете, и убейте советника. Так, тут музыка, кстати, громко играет, из-за которой до меня YouTube наверняка бы докопается. Дамочки, подожди. Поговори с женщиной, поговори с женщиной. Женщина, подождите. Мне нужно найти, получается, сейчас главного матроса, если я хочу пройти по классическому способу. Слышишь, я к тебе не цеплялся. Чтобы по классическому пройти эту модификацию, мы должны найти оружие. То есть мы должны вот к этому бригадиру подойти. Некоторые из этих дам очень скучают. Им нужен настоящий мужчина.
Ага. Такой чудный вечер, что совсем не хочется работать. Так-то красиво, да, чувак? Не мешай мне, не видишь, что я думаю? Где твои глаза вообще? Некоторые из этих дамочек скучают. Твою мать, да ты слепой, какие тебе дамочки, ты их даже такой не видишь. Чудный вечер, что совсем не хочется работать. Вы посмотрите на его глаза, ты, вашу не мать. Мне, не видишь, что я думаю? Фига, тут смотрите, как в PS-версии, как все выглядит. Вроде корабль так плывет, город-то, в принципе-то, двигается. Издалека все такое замазанное, но все равно смотрится неплохо. Даже в PS-версии, смотрите, плавают кораблики с этими, как его, с парусами. Я даже, по-моему, в ПК-шке версии не обращал внимания на эти паруса. Эй, молодой! Это твой первый день? Капитан мог бы сказать нам, что у нас в команде пополнение. И? Капитан мог бы сказать нам... Да вы задолбали, мне ключи нужны! Капитан, улыбнитесь! О, как ФПС тут просело люто! Так, я что хочу сказать-то? Капитан, капитан, но он мне не дал ключи. Капитан, капитаном, и там женщина завывает. Ее надо быстрее уже замочить. Реально YouTube до меня докопается, скажет мне, что я опять музыку использую, там защищенную авторским правом, все дела. Опять мне наваляют. Тёлки базарят, пойдем на верхнюю палубу. Тут должен это быть толкан. Толканоид. Он где-то вот, по-моему... Все-таки. Кстати, да, вот эта вот музыка, она по-любому будет защищена авторским правом. Я помню, в каком-то моде она была у меня. И потом YouTube докапывался, типа, вот, да ты охренел. Что ты делаешь? Как красиво все-таки, да? Смотри-ка, вроде бы такая вялая PS-версия. Но красивый корабль с парусами. Неплохо выглядит, неплохо. Неплохо, неплохо. Скипер has a key. Ключи у бригадира, типа. Только где он? Вот, блин, я его тыкал в самом начале. Это полосатый матрос, который матроскин. Только где теперь мне искать эту задницу? Тут... У-у-у! Блин. Поет она, конечно, хорошо, но надо от нее подальше, подальше, подальше. То реально я не хотел бы, чтобы проблема, чтобы опять YouTube обрезал мне и портил звуковую дорожку, чтобы вы потом слушали вот такую всякую хренотню. Вот он, молодой и старый. Добрый вечер. Вечер в хату, матрос. Эй, ты знаешь, где ключи от этого драного сортира? Но? Не приставай ко мне, я очень занят. Дай ты мне ключи. Эй, мне очень нужны эти ключи, я там кое-что забыл. Ладно, я могу дать их тебе, но за это ты должен обещать, что приберешь там и принесешь ключи обратно. Хорошо, хорошо. Я буду ждать тебя на корме. Конечно, я обещаю. Дай ключи. Ладно, тогда бери, но потом обязательно верни. Окей, все. Все, ключи отдали, и это хорошо. Наконец-таки. Виски со льдом. Виски со льдом. Да, кстати, мужик какой-то стругал. Я это прям видел. Нам, получается, нужно взять пистолет. Я не знаю, я думаю, вот... Я помню, раньше чисто ведром херачил, короче, всю эту банду, всю эту шайку балбесов. Все засрано. Что зову? Оу! Муа! Что зову? Да вон ствол. Ух, что зову? А чё, надо чистить-то? Чистить говно надо? Что зову? Ух, что зову? Бог мой, что зову, я понял. Но чистить говно надо? Судя по всему, не надо. Ладно, пойдем тогда этот. Я так понимаю, ствол-то я взял. Теперь надо дождаться, когда этот советник выползет на улицу. Так, а ключи-то что, надо отдавать, нет? Я ключики-то взял, но вот этот. Где он? Сынов советника пока нет, он пока даже особо выходить-то не собирается, только... Где? На! Теперь ты видишь, как все просто. Можешь открыть фирму и заняться уборкой помещений. Да? Да, и буду использовать тебя вместо тряпки. Вот это ты шутник, мужика. Уф. Чувак, я даже толкан не драйл, если честно. Хотя я помню, в ПК-шке, короче, что-то было такое, что он драйл толкан. А тут как-то мне так повезло, что мне... Так, тут эта тетка громко завывает. Спокойно. Тихо. Давайте без музычки, пожалуйста. У-ху-ху. Она там поет и поет. Добрый день. Вечер в хату. Поговорить с мужчиной. Займись своим делом. Открыть дверь. Так, я понимаю, что надо дождаться. Так, чуваки, сколько можно ждать? Я устал ждать.
Ну ладно, давай посидим, подождем. Опа! Я дождался своего звездного часа. Добрый день. Привет, Джон. Пингвин. Надеюсь, ты не скучаешь. Добрый вечер. Да, здесь. Ага, добрый, добрый. Как поживаете? Надеюсь, вам нравится. Спасибо. Эй, я рад, что вы выбрались. Благодарю вас. Ну, пингвин, сейчас мы тебе сделаем. Так. Думаю, самое время. Так, подождите. Я никогда не думал, что у меня столько друзей. Надеюсь, они не оказались. Ты чё? Ты даже не убрал там, мерзавец. Какого? Убийца! Здесь находится убийца! Убийца! О! Как ты это сделал, задница, ублюдок, говна? Суки псы! Этот молодой, ой, этот старый говнюк, короче, всю малину мне испоганил. У меня жена и дети, не убивайте меня. Я толчок не отдраил, он взял на меня наехал. Тихо. Тихо. По-тихому не получилось. Давай с ноги ему, давай, наваливай. Он сдох. Этот ублюдок убьет нас всех. Тихо. Вы твою мать, вас что тут так до хрена? Там, кстати, стрелочка какая-то была. А, надо было ведерко взять. Ой, не обессудьте. Простите. Да простит меня матрос, что я толчок-то не отдраил. Ну ничего, зато экшен. Помесились немножко, знаете, в пах. На, в коленку. Ты собака сутулая. Ты дохни, давай. 5 палок! Умри же! О-хо-хо! Ай-йоу-оу! Сорян, чуваки! Я что-то совсем забыл про это гребаное ведро! А вот ты, жирная паскуда, сейчас будешь огребать! Козел, вот за всю твою... За то, что ты спалил контору, короче... Пингвин, я пришел за тобой. Ты дохнуть собираешься, нет? Тебе сколько можно? Все, парни, поняли, это было публичное унижение жопы этой сраной. Вот это да, вот это я прошел миссию, вот это я просто мастер, вот это я мастак, это я понимаю, да, ведь видали, пацаны? С одной палкой все сделал. Вываливаемся. Уф. Оу. Надо же, этот козел так меня спалил. Вот я первый раз вот натыкаюсь на такую херню, что подбегает ко мне этот матрос, толкает меня, и у меня выпадает оружие. И меня палят все чертоганы. Вот честно раз, ой, честно говорю, что сколько раз я проходил эту миссию, таких проблем у меня еще ни разу не было. Это просто что-то с чем-то, меня прям это удивляет. Так, давай-ка, я даже не знаю, кого убрать, если честно. Крусейдер, Фалконер, Шуберт Сайкс, Фаэтон. Вот это мне тоже нравится, и этот нравится. Ну давай похрен уберем. Погоди, 62, ну вот это значит убираем. Везет же гаду. Вот так вот. Везет же гаду. Ну давай тогда... Еще одного везет же гаду пройдем сейчас в этой же миссии, хотя по идее она уже такая, вроде как нормальная получилась. Но так будет лучше. Автосохранение. Сохранение совершено. Опа, замочили козла. Убийство. Партии Маскейр. Справился. О. Теперь все городские политиканы напуганы. Никто не хочет кончить, как этот совет. Молодчина, Том. Но это еще не все. Теперь у нас на мушке правая рука Морелла. Его братец Серджио Морелло. Он заправляет городскими профсоюзами. Его главная кормушка – профсоюз докеров. Благодаря ему он практически контролирует весь городской импорт. Убив его, мы лишим Морелла солидной части его дохода.
Я знаю, как мы это сделаем, босс. Обычно Серджио сидит в ресторане «Итальянский сад». В ресторане есть телефон, а напротив через улицу телефонная будка. Ты заходишь в будку, звонишь в ресторан и просишь Серджио к телефону. Я буду стоять перед рестораном с Томпсоном, и как только Серджио подойдет к телефону, пристрелю его. Потом прыгаем в машину и быстро сваливаем. Что скажете? Идеально. Думаю, со звонком-то я справлюсь. Да. Ребята, Винченцо выдаст вам оружие. Ой, все мы прекрасно знаем, что это ожидает нас. Вот, ну что-то все так хорошо, так светло, прям приятненько так. Добрый день. О, этот пригнал мне опять телегу. Пойдем, сходим тогда, не знаю. А, ну, он возьмет оружие. А, так я пойду с одним поговорю, пока он пусть трещит. Ральфи! Добрый день. Ты что, не будешь со мной общаться, что ли? Эй! Мальборо стоит, курит. У тебя сига исчезла. Фига, он не стал со мной общаться. Я думал, что, блин, я пока с ним потрещу. Пока там этот поле там потрещит, я потрещу тут. Ну ладно. Вваливаемся. Добрый день. Вечер в хату, Винченцо. Винченцо, мне нужен автомат Томпсона. Фига у них морды. Ладно. Опа. О, ты мне кольт дашь? Вот даже кольт дашь. Спасибо. Благодарю. Болей, болей. Фига, поле идет сразу, ствол наставил. Я так понимаю, что он сейчас будет разговаривать с Ральфи, поэтому Ральфи со мной не хотел трещать. И они предлагают мне взять этот Guardian Crusader, по-моему, что ли. Или, это Crusader. Привет, Ральфи. Нам нужна машина. Эй, у меня здесь новенький Терраплейн. Терраплейн? Это очень достойная и мощная машина. Она вам понравится, Поле? Думаешь? Здесь новый тип замка, но умному человеку не составит никакого труда. Умному человеку? Просто вот так. Легко и просто. Нажми до щелчка. Да? Вот так вот все просто, да? Класс! Теперь вперед, Том, пошли! Ладно. Че, ее возьмем для разнообразия? Ну давай ее возьмем. Это че? А кстати, у меня че, Ласситер украли, что ли? А не, вон он же стоит. Ой, Ласситер, Сервер Флетчер. Хватит на меня выставлять свой ствол. Присаживайся. Сел бы сзади, да ладно уж, че ты. Так, ну и собственно мы едем в бар «Итальянский садик». И там будет небольшая погоня, но мы все прекрасно знаем, какая тут нахрен будет погоня. Лобки будут гнаться за лобком, и ни хрена они меня, короче, не догонят. Но это пофиг. Погнали, давай, грузись. Я уже даже дождаться того момента не могу. И вообще, кстати, игра-то близится постепенно так к концу. Еще парочка жопотробящих миссий, и конец. Я даже, вот мне даже интересно, как здесь будет замес, собственно, в самой галерее. Блин, там же такая толпа народу будет, я же там вообще обсираться буду полютами, как я буду с Эмо херачить. Это вообще... Ну да ладно, я думаю, мы разберемся. Мент, добрый день. Ха-ха, нормально, нападение на полицейского, ой, занесло. Ой-ой-ой. Фига она плоская палка. Да перевернись ты. Ёп. Хера себе, там полицейский этот стоит, Ласситер. О, yes, я выжил. Не знаю, как так получилось, но там этот реально полицейский Ласситер какого-то хера гоняет здесь миссии по городу. Это довольно-таки необычно. Ну да ладно. В принципе, мы уже практически тут добрались. И нам они... не пригодится. По-моему, вот он едет, кстати. Это копы, что ли? Они не помечены как копы, то есть это просто какая-то машина обычная, я так понимаю. Так, ну и надо сразу же развернуться, потому что нам педаль в пол, в другую сторону. Так. Главное, наверное, будку не сломать, или пофиг на будку. Вываливаемся. Ага. Скажи, что хочешь поговорить с Сержем.
Как только я убью, прыгай в машину и жди меня. Дело верно. Давайте. Давайте, давайте. Я пока попью. Зашибись. Алло, мистер Морелло, пожалуйста. Подождите. Братан, мистера Морелло сегодня нет. Олли, это не он. Олли, уходи. Морелло здесь нет. Братан! Ой, братан! А чё нашу тачку кто-то переместил? Ой-ой-ой. Поле сейчас ещё нахрен тут сдохнет. Тихо! Мы оба в дерьме? Да ну ты брось. Ты чё, дерьма что ли не видел? Ой, я вот сейчас, я, кажется, его увижу. Вон она едет, зеленая. Тихо! 69 палок, а поле-то немножко попадает. Да я какой-то живчик. Да я... Ой, они мне колесо пробили. Я думаю, что так заносит классно. Ну, я думаю, мы сейчас это... Что-то странно, смотри-ка, они даже не отстают. Это довольно-таки необычно. Менты? А, так на черной тачке все-таки мусора гоняют, что ли? Охренеть. Вот это они офигели, блин. В обычной версии, главное, они гоняют на шубертах там и прочее. А тут они нахрен на черном лоситере полицейском бронированном. Вы охренели, вообще. Так, ладно. Я думаю, те коллеги, короче, от нас отстают. Вот я не знаю, кто за нами гонится, копы это или это бандиты, хрен пойми. Судя по всему... Да ладно, то есть можно было от них даже не избавляться, просто так вот врываешься и все. Эх. Что? Припаркуй машину, смени машину. А, это нифига не закончилось! Твою мать! Охренеть! Вот это да! Я-то думал, эта миссия закончилась, думал, сейчас изи. Твою, куда ты в тачку сел? Валим, Томми, валим! Завершение миссии. Я-то думал, что это все. Расслабился уже, все, булки разжал. А оказывается, ни хренашеньки, это не все. Эх. Ну да ладно. Все равно хорошо получилось. Выжили, еле как. Я постоянно забываю, на какую кнопку у меня автоприцеливание стоит. Но ничего, как-нибудь с этим справимся. Переживай, Том. Со всеми бывает время от времени. Винченцо разработали новый план. Ив сказал нам, что у Серджио есть любовница, с которой он проводит время. Сегодня он должен быть у нее. Винченцо тут приготовил ему небольшой сюрприз. Все, что нужно, это прикрепить ее к машине, пока он там разлюгается. Так точно. Все, что тебе нужно, это заложить бомбу прямо под машину. Дальше ты просто наслаждаешься шоу. Сержу обычно уходит в 4, так что поторопись. На этот раз должно сработать. В опасе живет Воуди. Если его спортивная машина припаркована у входа, значит он там. Прикрепи бомбу под днище. Звучит намного лучше. Я пошел. Ладно. Поедем мы в следующей серии. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте и ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.